51-летняя звезда задумалась о том, как назвать своего любимого мужчину. Светлана Бондарчук заявила, что в русском языке нет подходящего слова. Известная блондинка отдыхает на Мальдивах в компании 44-летнего Сергея Харченко. В их отношениях царит идиллия. Однако Светлана пришла в растерянность от того, что не знает, как охарактеризовать любимого мужчину. Светская львица опубликовала провокационное фото в постели и порассуждала на актуальную для себя тему. Возлюбленный – театрально. Любовник – откровенно, друг – неопределенно. Нелюбовная страна, пожаловалась бывшая жена Федора Бондарчука. Подписчики Светланы поддержали ее размышления. Они отметили, что на юридическом языке это и вовсе звучит сухо, как сожитель. Партнер же – слишком деловое определение. А вот правда, как называть? С другой стороны, когда вдвоем, это имеет смысл, а на других начхать. Ох, Света в точку. В нашей стране только муж. Все остальное – странно. Осуждению подлежит. Идиотизм, высказали они свое мнение. Другие фолловеры предложили Бондарчук свои варианты. Все это можно обозначить одним словом – сипса, на адыгском языке означает «душа моя», «половина». Раньше использовалось выражение «мой сердечный друг», написали они в комментариях. Один из пользователей спросил Светлану, а муж, не пробовали? «Попробую», – ответила звезда. Ранее Светлана потроллила Ксению Собчак после ее слов о пикантных фото женщины в возрасте 40+. Бондарчук иронично ответила хейтерам на критику по поводу обнаженных снимков. Она заявила, что россиянки устраивают буллинг возрастных женщин.